Что делать, если необходимо смонтировать красивую террасу в кратчайшие сроки? В этот раз мы отправляемся на берег Ладожского озера. На одном из участков в данный момент возводится несколько десятков каркасных домиков отдыха. К каждому из них должна прилегать терраса. Изначально был выбран классический способ монтажа на саморезы в лицевую сторону доски. Но появился нюанс. Террасная доска была выбрана по типу вельвет, но учитывая сроки, было невозможно монтировать с предварительным зинкованием. По этой причине мы получали такую картину. Шляпка самореза травмировала бороздки доски, но и металлический блеск головки также портил общий вид. Это, наверное, один из главных минусов нержавеющих саморезов. В итоге требования были следующие. Защита от коррозии, так как домики расположены недалеко от берега, максимально быстрый, удобный монтаж и не травмировать лицевую сторону доски. Для решения всех этих вопросов был выбран метод скрытого монтажа на саморезы под углом в 45 градусов. Для этого использовался специальный саморез двойной резьбой и сверлом. Так как монтаж происходит в боковую часть доски, необходимо избежать раскола. Именно для этих целей саморез оснащен данным сверлом. Специальное покрытие Русперт 1000 защищает от коррозии более чем на 10 лет. Ну и само устройство Jet, которое устанавливается простым движением на доску и надежно фиксируясь, позволяет точно закрутить саморез с помощью направляющих втулок под углом в 45 градусов. Итого, устройство зафиксировали, саморез вставили, шуруповертом закрутили. В случае с классическим монтажом нам бы пришлось натягивать нитку или устанавливать лазер, чтобы не гуляла линия саморезов, но благодаря устройству в этом теперь нет необходимости. Достаточно просто установить устройство относительно лаг, стянуть доску и сразу же монтировать. Упоры устройства автоматически формируют зазор в 6 мм. В нашем случае мы используем два джета. Повторюсь, сроки поджимают. Бита 85 мм с ограничителем утапливает саморез на необходимую глубину. Все, что нужно, это просто крутить до отсечки. И в результате получаем то, что и было необходимо. Можно крутить почти у самого торца доски, без фанатизма, конечно же. Сверло у самореза это позволяет. Теперь попробуем замерить, с какой скоростью можно смонтировать две 4-метровые доски. Цикл не изменен. Устанавливаем устройство, стягиваем доски и закручиваем саморезы. В итоге на монтаж ушло меньше 6 минут. Думаем, это отличный результат. Ну и еще одна фишка устройства. Так как мы рано или поздно упремся в стену, мы не сможем расположить шуруповерт под углом со стороны стены. Поэтому небольшой лайфхак. Одно движение и джет разбирается на две части. Установили половинку джета как направляющую и закрутили в бок доски саморез. Ну а у самой стены придется только в лицевую, иначе никак. Но саморез головкой 5 мм коричневого цвета почти незаметен и не портит канавки вельвета. Со временем они все равно затянутся. В итоге потребовалось меньше часа, чтобы смонтировать красивую террасу согласно всем требованиям эстетики и надежности.